Привет, ребята, на связи с вами Серега. Спасибо за то, что ставите лайки, подписывайтесь на мой канал Мастер CSS, ну и, конечно же, не забывайте делиться этим видео в своих социальных сетях, тем более сегодня вам точно будет чем поделиться. В этом уроке мы будем делать вот такую штуку. Разместим планету Земля и заставим Луну двигаться по орбите вокруг нее, причем так, что наша Луна будет за ней исчезать. И все это мы будем делать только при помощи CSS 3, ну и парочки картинок. Сейчас скачивайте архив орбита к себе на компьютер, ссылка как обычно в описании под этим видео, распаковываете его и папочку орбита открываете в своем редакторе. Дальше, смотрите, здесь есть два файла index.html и style.css, в них мы будем работать, они уже сейчас изначально связаны. В папочке images находятся еще 4 картинки, это наша фоновая картинка, планета Земля и 2 луны на выбор. Я буду работать с луной номер 2. В начале файла index.html давайте создадим 2 картинки, это будет наша планета Земля с классом S, прописываем сразу к ней путь, в описании пишем Земля, и ниже у нас будет еще Луна, класс Moon для нее, и прописываем путь, как космонавты, ей-богу. Так, Луна. Сохраняемся. Все, больше нам файл index.html не понадобится, закрываем, и дальше я работаю только с файлом стилей. Боковую панель покуда спрячу, и для Земли давайте мы зададим следующие стили. Во-первых, я ее сделаю поменьше, потому что у меня здесь мало места на экранчике. Дальше зададим паддинг в 100 пикселей, внутренние поля, и здесь сразу же, чтобы вы видели, что и как происходит, я добавлю outline 1 пиксель, Solid, решетка, CCC, точка с запятой. То есть вот этот вот квадратик, это будет наше поле действий, боевых действий. И смотрите, здесь в принципе вы можете воспринимать его как систему координат. По оси X от 0 до 500 пикселей и по оси Y от 0 до 500 пикселей. И вот здесь мы уже начнем танцевать с Луной. Чтобы нашу Луну было удобно перемещать, давайте мы классу Moon зададим топ 170 пикселей и left тоже 170 пикселей. Однако она сейчас, видим, не отображается, потому что мы не задали position absolute. И теперь наша Луна стала ровненько, видим, на нашей Земле. И теперь давайте я вам покажу, как делать анимации при помощи правила keyframes. Задается оно легко. Мы задаем собаку, пишем keyframes и задаем название нашей анимации, орбита. А название для анимации мы задаем любое, какое вам нравится, берете просто из головы. Далее ставим 0% и делаем еще 3 дубликата, точнее 2. 50% и 100. И вот смотрите, здесь мы будем указывать, как будет себя объект вести в начале анимации, в середине и в конце, причем мы можем указывать любые проценты, но это мы укажем позже, а сейчас давайте мы укажем, как двигаться при помощи этой анимации. Мы задаем Луне свойство animation, указываем продолжительность 5s и указываем название, которое мы ввели здесь, орбита, точка с запятой. Итак, сейчас наша Луна не двигается, потому что мы ей не задали никаких свойств, и еще по одной причине, которую вы сейчас узнаете. Давайте мы попробуем ее подвигать. Мы просто-напросто напишем топ, видимо, она изначально находится на топ 170 пикселей. Давайте здесь мы пропишем топ 300. Видим, ничего не двигается по одной простой причине. Браузер Google Chrome, он не понимает сейчас keyframes и animation. И поэтому нам необходимо будет дописать сюда префиксы. Во-первых, WebKit мы дописываем сюда, делаем копию и дописываем его перед свойством animation. И наша Луна, видим, поехала вниз и поехала вверх. За 5 секунд она опустилась на 300 пикселей вниз от верха и поднялась потом назад к 170. Дальше, чтобы это все работало постоянно, давайте мы напишем следующее значение infinity, вот так, и наша Луна будет теперь ездить постоянно туда-сюда, вот так вот, друзья. И теперь мы что должны сделать? Смотрите, я хочу, чтобы наша Луна, она ездила приблизительно вот так вот, то есть по диагонали немножко, да, и сначала она отсюда показывалась из-за Земли, потом проходила полный цикл, доходила до сюда и потом за ней пряталась. Как мы это будем делать? Для начала давайте переместим ее левее, именно в анимации. Поэтому здесь давайте напишем left 300 пока что. Видим, вот как у нас все происходит. Луна немножко не достает до конца Земли. Давайте напишем left 400, чтобы она выходила, то есть чтобы у нас было расстояние между Землей и Луной. Видим, есть свободное расстояние. И теперь нам надо сделать так, чтобы наша Луна, чтобы она вот вначале доходила сюда и потом уже сюда. То есть чтобы вот эти 400 пикселей, они срабатывали в начале анимации. Поэтому здесь мы делаем дубликат строки и здесь пишем 25%. И вот это свойство left 400 пикселей мы перемещаем сюда. И теперь видите, как наша Луна ездит. Что нам дальше надо сделать? Нам надо сделать, чтобы наша Луна
она опускалась в самый низ, вот в пик эти 300 пикселей, где-то вот здесь, да? Поэтому, опять-таки, на середине 300 пикселей эти не катят. Мы делаем еще одну строчку 75%, размещаем здесь топ 300 пикселей, и наша луна до сюда не доходит. Почему? Потому что мы не указали, что она должна перемещаться влево. По умолчанию лево, помним, left 170 пикселей, то есть она до сюда доходит. Давайте мы здесь укажем left 0, смотрим. И видим, луна дошла уже до сюда, и потом пошла двигаться так, так, так. И все это двигается рывками. Давайте мы поменяем тип анимации на линье. Так, и у нас луна будет уже двигаться равномерно. Что я еще хочу сделать, чтобы наша луна не так вылазила, а немножко вот так вот. Поэтому здесь я добавляю еще одно свойство топ, но только уже 130 пикселей. И смотрите, оп, оп. Отлично, ездит, по-моему. И теперь нам надо сделать, чтобы наша Луна вот пряталась за Землей. Вот сейчас мы нашей планете Земля зададим следующее свойство. Position Relative. И тут пропишем сразу Z-Index 1. И наша Луна уже начала за ней прятаться. И теперь нам надо сделать так, чтобы наша Луна, она за ней, перед ней появлялась. Давайте мы подстрахуемся и здесь напишем Z-Index 0 у Луны, чтобы она точно за ней пряталась за Землей. И вот смотрите, у нас 25%, в принципе, Луна уже должна выглядывать. Поэтому тут мы просто пишем Z-индекс 2. И наша Луна уже идет над Землей, видите? Тут прячется, тут криво появляется. Почему? Потому что свойство Z-индекс, оно равномерно от 0 до 25% набирает значение от 0 до 2. Чтобы это и шло не равномерно, а сразу, давайте мы поставим на 24% Z-индекс 0. То есть до 24 будет Z-индекс 0, потом резко Z-индекс 2. Смотрите, оп. Оп, видите, как начало работать. И теперь то же самое давайте мы сделаем для 75%. Здесь пишем Z-index 0. И вот тут давайте эту строчку скопирую, размещу сюда. Пишем Z-index 2. И тут меняем на 74%. И теперь наша Луна будет ровненько появляться и исчезать. Видите, вот так это все дело работает, ребята. Теперь нам надо добавить, так сказать, оптический обман. То есть сделать вид, будто наша Луна удаляется и приближается к нам. Поэтому тут, смотрите, как я это сделал, при помощи размеров. Я изначально указал размеры меньше, 72 пикселя, видите, Луна стала меньше. А на 50% она будет увеличиваться. И ее оригинальный размер 128 пикселей. И смотрите, наша Луна так удаляется, обходит Землю и начинает снова приближаться и увеличиваться. То есть, ну, вот видите, как это работает, прикольно смотрится. Дальше двигаемся. Что еще нам тут, в принципе, осталось сделать, это добавить крутелку. Transform, Rotate, вы уже знаете это свойство из моих прошлых занятий. И 360 градусов. И наша Луна начинает вращаться вокруг Земли. Согласитесь, смотрится уже намного лучше. Теперь давайте немножко поиграемся с этими топ и лефт, чтобы наша Луна, она не отдалялась так сильно от Земли. Тут давайте я напишу 380 пикселей, а здесь я напишу, где тут у нас лефт 0, да? Давайте 40 пикселей. И теперь наша Луна уже будет отдаляться намного меньше. Что ж, замечательно, в принципе, наша анимация готова. Сразу говорю, вот тут можете контролировать продолжительность. Допустим, если мы поставим 1 секунду, видим, Луна сошла с ума. Если мы поставим 20 секунд, наша Луна будет двигаться уже вот так вот медленно. Что ж, замечательно. И теперь не забываем, что у нас есть еще и другие браузеры. Поэтому ниже под свойством WebKit Animation мы размещаем копию свойства без префикса. И то же самое делаем с кейфреймами. И здесь мы все это убираем. То есть тут Animation без WebKit и тут кейфрейм без WebKit. Чтобы это работало и в Firefox и в IE. И сразу же давайте мы это дело проверим. Так, сохраняемся. Давайте я сверну, открою папочку орбита, открою файл index.html, смотрим. Так, вот на мой браузер Chrome, видите, все нормально работает. Давайте я анимацию сделаю назад 5 секунд, а то мы задолбемся проверять. Смотрим. Так, почему-то у меня не обновляется. А, вот тут вот меняем. Меняем в двух местах, люди, не забывайте. Сохраняемся. Обновляемся и видим, вот так это работает в браузере Firefox. И ниже, так, я сейчас минуточку скопирую ссылку отсюда, подождите, пожалуйста, просто это все дело надо проверить.
Так, и, видимо, вот так это работает в браузере IE. 11-я версия. Все нормально. Ладно, что нам осталось сделать, это прописать фон. Давайте мы его по-быстрому забацаем. Первым делом убираем ненужный нам уже outline. И здесь давайте мы пропишем следующее для body. Так, background. Отлично. URL. В скобочках пишем images. Так, slash и космос. И видим, появилась у нас фоновая картинка. Однако она растягивается на 100%. Мне это не нравится. Давайте мы немножко поменяем этот момент при помощи свойства background size. Так, где тут? Вот оно. И тут напишем cover. Cover означает, что наша картинка будет по умолчанию растягиваться на свой родитель, то есть body, по максимальной стороне. То есть на 100% у нас сейчас высота максимальная. Видим, у нас body не доходит до самого низа, поэтому давайте мы это дело исправим. Напишем здесь html, запятая, body. И тут напишем height 100%. Вот. И теперь наш фон растягивается на всю ширину и высоту экранчика. Давайте я его начну делать меньше, точнее больше. И смотрите, как только ширина становится больше, чем высота, по пропорциям наша картинка начинает увеличиваться. Итак, друзья, в принципе на этом все. Спасибо за внимание. На связи с вами был Серега. Не забывайте, пожалуйста, делиться этим видео, потому что чем больше ваша активность, тем больше у меня желание записывать для вас новые увлекательные видосы. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, до скорых встреч!